Угу. Так, маленькое интервью. Вот у нас пираты. С какого вы этого корабля? Как вам называется ваш корабль? Вообще богатый. Мой корабль называется... Я принцесса, которую украли. Печаль отчаяния. Помогите. Они все пираты. Я принцесса, которую украли. А что у вас за билетик в руке? Это логотип нашей компании. Они меня заставляют это делать. Я вот готовлю еду. Это все специально сделано. Они меня заставляют готовить. А кто вот этот... Ну я принцесса. Кто этот парень, который так таинственно улыбается? Мне кажется, он тут главный. Да я не тут не главный пока что. Скоро буду главный. Это уже не будешь. Yes. Все, ты вздох. Была такая. Мама, я тоже. Набиваю. Так, ну, собственно, корреспондент... горячие новости черной лодки и моя верная помощница Белла начинает свой репортаж. Пахнет очень вкусно на этой лодке. Я думаю, что мы немножечко задержимся подольше, потому что нужно облегчить припасы, чтобы лодка не потонула. Белла. Я сомневаюсь, что вставай!